Всем привет, начинаем путешествие по Венгрии. В небольшом городке Сент-Эндер, это недалеко от Будапешта, существует ювелирное предприятие «Каприз» и «Капричча», «Каприз», видимо, вот так называют, которое занимается обточкой крупнейших бриллиантов в Европе. Ювелирные изделия вот уже более 30 лет, которые изготавливает эта фирма под своим знаком, обладает первоклассным качеством и получает очень высокие оценки экспертов. Чем знаменит этот завод? Ну, дело в том, что Каприз International, видимо, так он называется, открыл новый завод, который стал достопримечательностью в этом городе, который предлагает посетителям впечатления, не имеющие аналогов в своем роде. Ну, так написано вот в их маленькой брошюрке. Гостям вначале показывается выставка о венгерских ювелирных изделиях, которая предлагает заглянуть в историю тысячелетней культуры Венгрии. После интересного фильма о создании ювелирных украшений гости могут посмотреть нашу открытую фабрику, где они знакомятся с миром огранки алмазов и ювелирных изделий. Кроме того, мы предлагаем вам следующую программу. Визит в наш торгово-выставочный зал с тысячами прекрасных изделий с драгоценными камнями. Наш магазин традиционных венгерских искусств. Кафе. Ну, действительно симпатичная выставка. Вот, я по ней побродил, послушал, что говорят экскурсоводы. Заказал некий товар, который должны были мне доставить в отель, но потом я почему-то передумал. Но, видимо, из-за того, что все-таки он был достаточно дорогой. Красивые там были сережки, конечно, очень красивые. Вот что я могу сказать. Здесь представлены различные инструменты, которые участвуют в огранке алмазов. Симпатичный персонал. Ну, вообще очень все хорошо и красиво. Вы все будете в Сент-Эндере. Сент-Эндер вообще хороший городок. Вот. Обязательно зайдите на эту мануфактуру «Каприз», ювелирный центр. И, кстати, я думаю, что... Да не думаю, а уверен, что в конце сентября 2016 года им уже будет 14 лет. С момента появления на венгерском рынке. 14 или 15, вот так вот. Все, посмотрите, вдруг будет для вас интересно. Все, всем пока, всем привет, до свидания.